Итоги матча подводим с главным тренером хоккейного клуба «Спартак» Борисом Мироновым. Борис Олегович, с победой, во-первых. Спасибо большое. Всех болельщиков тоже с победой. Перед третьим периодом знали ли, что «Торпедо» выигрывает? Нет, мы даже не смотрели и не в курсе. Мы были сосредоточены на своей игре. Кажется, немножко сорвали голос. Насколько сложным для тренерского штаба получилась эта игра с армейцами Петербурга? Любая игра сложная. У нас последние игры все сложные. Поэтому, ну, ребята сегодня отдать должное. Молодцы. Старались. Играли до конца. Все 60 минут. Да, где-то дисциплина нас опять подводит. Много наудалялись, но выстояли. Да, довели игру до победы. Молодцы. Спасибо большое. С победой. Спасибо.